Сотрудники пенсионного фонда продолжают проактивное оформление СНИЛСа на детей. Родители ребенка, который появился на свет, начиная с 15 июля этого года, не должны подавать заявление на получение документа лично. Поскольку пенсионный фонд сейчас располагает информацией о факте рождения ребенка через федеральную базу данных, которая регистрирует акты гражданского состояния, и располагает данными о маме, о ребенке, то, собственно говоря, сегодня ничего не мешает в таком же проактивном режиме. Работники ПФР пришлют номер в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Для этого родитель должен иметь на сайте подтвержденную учетную запись. Уведомления об оформлении поступят на электронную почту или по СМС. Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний порядок оформления СНИЛС.